Итак, у нас состоялось событие, произошел выпуск лошадей Пржевальского на территории государственного природного заповедника Оренбургский участок Придуральская степь. Лошади вышли, на удивление, быстро и спокойно. Это, наверное, это успех все-таки. Первый успех этого проекта после завода. Сначала вышла кобыла по имени Лаванда, она самая смелая, самая любопытная из всех животных. И долго за ней вышли остальные кобылы, но они держались и присматривались к тому, как поведет себя жеребец. Жеребец дольше всех оставался в загоне. Он очень осторожный, он боялся любой опасности, которая возникла. Но наша группа по выпуску вела себя просто великолепно, так же, как и лошади. Я рада, я благодарна за это, потому что не было ни одного фактора, который все-таки вызвал бы беспокойство лошадей. Жеребец долго присматривался, принюхивался, увидел, что овес, кучки овса рассыпаны свободно, потому что кобылы заинтересовались новой территорией и начали потихонечку отходить. Но если бы жеребец из загона не вышел бы в ворота, кобылы бы вернулись обратно, сколько они присмотрели. В конце концов, жеребец вышел. Это произошло впервые в мире. Это так называемый управляемый выпуск. Копытных обычно просто открывают ворота, и люди уходят. Они могут выйти ночью, животные могут выйти через неделю. Но мы рассчитывали на то, что это знаменательное событие будет освещаться в прессе. И поэтому мы тренировали наших животных все-таки выйти тогда, когда нам надо. И слава богу, нам это удалось. Мы очень рады.